Деревня Вигол пока в безопасности. Вампиры потеряли одного из командующих, и вести об этом быстро дойдут до Темной Владыки. Это потрясение для них, но они быстро оправятся. К счастью, один из жителей указал нам тайный путь в замок. Он проведет Габриэля по темным каналам и вверх, в самую пасть смерти. Крестьяне называют его Божьим Спасителем, а его оружие — убийцей вампиров. Ах, Гандольфи, у тебя бы точно вызвало эту улыбку. Что до меня, как только здесь дела будут сделаны, я проследую за моим другом и помогу, чем смогу.